обойди, обойди. Проход есть вот сзади. Раз, раз, раз. Итак, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем стенде. Международное издательство «Бхактивиданта Бог здравствует». Сейчас мы попросим нашу уважаемую танцовщицу Любу рассказать немножко о значении этого танца, который она исполняла. И вообще несколько слов о ведической культуре. Добрый день, дорогие друзья. Сейчас вы увидели танцы в стиле Одисси. Это один из классических стилей танца. Называется он Одисси. Вышел он из штата Ориса. Вот. Можете запомнить вот такой костюм характерный, когда серебряные украшения, и вот есть такая башенка на голове. Это стиль Одисси. Вот. Я на самом деле показала несколько шлок тематических. Там было много разных историй. Вот. В первой истории было поклонение Господу Джаганнатхе. То есть танцовщицы этого стиля, они танцевали всегда для Господа Джаганнатхи. Это находится храм его в Джаганнатхапуре, в таком городе. Вот. И я изображала пуч. То есть обычно божеству преподносят благовония, гирлянды, лепесточки сыпят. Вот. И мы это